В Омской духовной семинарии прошел Всероссийский научно-практический семинар «Нижегородский клуб». Форум был посвящен наследию митрополита Николая Кутепова и церковно-государственным отношениям в советский период. Предшествовал семинару престольный праздник в семинарском храме апостола-евангелиста Иоанна Богослова и причастие студентов семинарии. Им хорошо известно имя митрополита Николая Кутепова, начинавшего свое служение епископом Омским и Тюменским и окончившим свой земной путь митрополитом Нижегородским и Арзамасским. В памяти о нем Омской и Нижегородской духовными семинариями был создан совместный грантовый проект «Нижегородский клуб» имени митрополита Николая Кутепова. Проект «Нижегородский клуб» имени митрополита Николая Кутепова посвящен изучению архивных источников, а также ведению наоборот, мемуарных источников, связанных с эпохой митрополита. Это прежде всего советский период. И здесь у нас получилось достаточно удачное взаимодействие с Нижегородской духовной семинарией, так как на Нижегородской кафедре владыка находился с 1977 по 2001 год, а на Омской с 1963 по 1969 год. Второе выездное заседание клуба решено было провести в Омске в виде Всероссийского научного семинара, посвященного изучению наследия митрополита Николая Кутепова и церковно-государственным отношениям в советский период. Свою книгу-монографию на эту тему представил и Алексей Владимирович Дьяконов. Владыка нас объединяет. Это тот потенциал владыки, когда он может объединить нас в общем деле, в общем поиске ответов на вопросы. Он был таким видным деятелем, который воплотил в себе многие принципы деятельности многих архиереев. То есть он смог действительно в рамках тех условий, в которых он был, показать себя и церковным политиком, и церковным администратором, и в то же время архиереем и пастырем для своей паствы. В рамках проекта изучались архивные документы, записывались воспоминания, а творческим коллективом Омской духовной семинарии был создан небольшой фильм, посвященный омскому периоду жизни владыки Николая. На меня это повлияло, что взгляд на жизнь, вообще на людей стал намного шире, масштабнее. Вот. Ты смотришь уже не только на самого человека, а на те условия жизни, в которых живет этот человек. Что может повлиять или повлияло на его становление, на его духовное возрастание. Для молодежи Омска и Нижнего Новгорода церковно-государственные отношения в советский период стали темой конкурса письменных работ и проектов, победители которого были награждены памятными подарками и почетными грамотами.